Это что такое? Это голова и крошка картошка? Чешо, блин. Добрый день, это канал Максимадзе, и сегодня вы смотрите 62-й выпуск обзора модов на «Когда сеть соседа». И, короче, этот мод у нас называется «Когда сеть соседа. Домашние каникулы 2». Давайте врубим музончик. Дом 2. Зашибись просто. И это мод на именно «Когда сеть соседа 2». Давайте посмотрим. Ох, нифига ж себе. Ну давайте. Попробуем сориентироваться, так сказать, тут. Почему-то нету звуков зрителей, не знаю почему. Так, надо потише сделать звуки. Громко очень. Ладно, пока сосед идет, расскажу немного новостей. Они касаются этого самого Shredda Game Channel. Наверное, вы его знаете, про которого я вам уже рассказывал истории, но я узнал еще кое-что интересное. Он, оказывается, задерживает купленную рекламу на долгие месяцы и вообще не упускает. А это уже мошенничество, друзья мои. То есть... Ладно, хамство. Хамство это еще ладно, хотя тоже... Хотя, конечно, плохо, конечно, репутацию портит. Все, я подробно про это рассказывал и доказательства вам предъявлял и все такое. А сегодня я у него в комментариях нашел, что... Человек у него купил год назад рекламу где-то, а он так ее и не выпустил. То есть удерживает деньги рекламодателя, получается. Но он, но тем не менее он оправдывается, как вы уже видели. Он говорит, что он... Личка за, у него забита. Что, мол, целая куча людей, которые у него хотят купить рекламу. Может, не знаю, правда это или нет. Но тем не менее, рекламу затянуть на год, это очень плохо. Подобным образом прославился один блогер, Руслан Соколовский звали его, который, у которого тоже много людей покупали рекламу, а он не выпускал никакую. Если, ну, вот если у Shredda, по крайней мере, один такой человек, я одного только увидел, то у Руслана Соколовского были таких десятки. И он в мошенничестве, короче, был обвинен мастером по хейту, Николаем Соболевым. Так, ну-ка давайте открутим. А как Руслан Соколовский оправдался? Он сказал, что он безответственный лентяй, но не обманщик. Что он просто лентяй, но не обманщик. Но он и до этого имел дурную репутацию в блогерской среде, поэтому ему и не поверил-то никто. А потом последовал его арест, который не дал ему вообще шансов исполнить обещание. Арестовали его за то, что он покемонов в церкви ловил.
Потом я, насколько помню, он и сказал, что свое обещание выполнить. Это знаете, что он просто сделал? В каком-то из роликов просто оставил ссылку в описании, написал спонсор. Спонсор. Мог бы название канала бы написать, еще было бы ладно. Но просто, просто спонсор. Людей что, заинтересует это? Тоже мне реклама. Это я не про Шеда, это я про Соколовского говорю. Шред, конечно, до такого не докатился, но... Вот как мы как вы заметили, он как минимум у одного зрителя на целый год рекламу уже затягивает. А это это все равно уже мошенничество. Так, те же самые перчики внизу мы видим. Мед пчелиный. Хороший юмор, блин. Ну, и зима всякая. Автор хочет, чтобы я этот мод прошел полностью. Ну да, но мы посмотрим, сможем ли мы или нет. Может и пройдем. Не знаю. Так, выруби это говно. Так, давайте, давайте будем стараться проходить быстро. Мы попробуем. Может быть, мы попробуем пройти, но будем стараться делать это быстро. Как тут спидран с этим кустемом Вилилайвом. Я, конечно, тут не буду торопиться, как на спидранах с ним. Но, во всяком случае, на первом уровне я так сильно не торопился. Хотя, может, это... Так, ну вот здесь... А, вот дырочка. Так, нет, мы туда не пойдем. Начнем отсюда. Так, ну как видите, здесь везде мед. Опять этот пчелиный. Пчелы снова захватывают мир. Теперь пчелы перелетели в Китай, я так понимаю. И в Индию, и Мексику тоже перелетят. Не, ну конечно, понятное дело, что никакие тут не пчелы. Это просто мой юморок, так сказать. Автор вроде бы оценил даже. А, водоросли еще не взял. Ну, короче, поиск предметов это настоящий челлендж будет. Вон, вода, пенка с пеной. Просто офигеть. Довольно-таки неплохо, так сказать, травка тут сделана. Кстати, этот мод я тоже задерживаю, как шарфы рекламы. Прислали мне этот мод давно, а я его только сейчас записываю. Извиняюсь за это. Огромнейшее просто извинение за это. Я совсем про него забыл. Надо отключить камеру в настройках. Сваливай скорее. Я не положил водоросли! Торопился. Ладно, давайте положим их, пока сосед спит. Хотя я боюсь, что мы не успеем, но попробуем. Беги, беги. Есть, я успел все-таки, я успел. Почему-то нету смеха зрителей. Не знаю почему. У меня и в оригинале почему-то иногда он пропадает. Это странно немного. Вода тут полностью голубая и еще и пенная по краям. Ну или это не пена, может это нектар. Кто знает. Ну, полянка, так сказать, красиво сделана достаточно.
Чё это за рисунок, блин? Нифига ж себе. Сейчас играем без музыки, потому что, как я сказал, я не хочу слушать это говно, которое играет тут на фоне. Как хорошо, что это шоу все-таки закрыли. Где лестница, блин? Вот она. Слёнку. Ядра где? Вот они. Так, ну и сразу пакость начнём. В принципе, вот этот мод, мне кажется, профессионалы, когда соседа 2, было бы неплохо, если бы они бы его прошли. Потому что как раз-таки, если они помнят, где находится какой предмет, даже на ощупь, то этот мод специально для них. Так что, посмотрим. Ух ты, солнце, солнышко красивое. Напоминает мультики какие-то, куда ты пошел, блин. Даже рекламу Простоквашино, что ли, какой-то напоминает. Небо, по крайней мере, вот это. Довольно красиво сделано, хоть и медок на солнце есть. Фух, да. Я думаю, мы не будем по... А, нет. Уровень с, уровень с кораблем же откроется только после прохождения всех предыдущих уровней. Мы, наверное... Ну, не знаю. Посмотрим, как что получится. Вот куда пропадает смех зрителей, непонятно. Совсем. Так, дайте-ка я посмотрю, что мне этот продавец ничего не пишет. Запчасти для телефона заказал. А он что-то очень редко на сообщение отвечает. Очень редко в сеть заходит. Пару раз в день. На сообщения не отвечает иногда. Да и почта у нас, кстати, новосибирская что-то лажает. Сортировочный центр то ли переехал, то ли что-то еще. Там один телефон Nokia должен ко мне приехать, а он уже более 2 недель едет. Уже 3 дня в сортировке, до этого почти неделю находился просто в сортировочном центре. И, в общем, короче, это бесит. И это происходит у всех жителей Новосибирска. Так, не рано еще. Фух. Thank you.
и начнем, наверное, пакостить сразу. Блин, звук забавляющий, конечно. Так, ну вот это вставляем, в общем. Так, кладем кирпичик сюда. Ну и вот это вот сюда. По-русски написано, блин. В принципе, написать по-русски довольно-таки легко, просто в файлах игры перерисовываешь и все. О, это фокус с шариком уже, что ли? Нифига себе, мы уже Китай проходим. Почти. Я имею в виду, до проходим. Что-то пчелы совсем с ума сошли и мед вообще так разбросали. Разделали, что ходить негде. Так, идем, берем петардочку. Это будет, наверное, может быть, какую-нибудь музыку ставить на задний фон, чтобы хоть что-то играло. А то вообще без музыки играем сейчас. Так давайте, ну, отсюда начнем. Потом идем, камеру кладем. Ха-ха-ха!
Так, вот так. Ну и все. И бум! Давайте достанем еще одно яйцо. Оно достается вообще все легко. По крайней мере, оно уже. Неважно в какой версии, что в консольной версии, что в мастере, который нифига не собирается обновлять. Но вот Рустем Вилюлаев, которого вы, наверное, знаете, который часто капсом пишет, к сожалению. Старается не писать, но часто забывает. Он у нас вообще... Он в ремастере, к примеру, и особенно в консольной версии, вообще по полчаса все достает. Но это если округлять. Не конкретно полчаса, но просто долго очень, очень долго. Но в консоли мы сегодня разыграли с ним, он говорит. Он это... На первом уровне из второй части в консольной версии первый от, шкаф открывал буквально в смысле полчаса. Я вообще замуж просто ждать его. И без замедлялки не может никак ничего достать оттуда. Но у него проблема в том, что ему одной рукой приходится играть. У него с рукой там проблема с одной. Так что, в принципе, простительно. Хотя я пытался одной рукой даже играть, и у меня даже получалось все равно лучше. Ну и давай. Блин, я чуть не подавился, блин. Напугали. Блин. Зачем пугать? Так, можно включить музыку назад. Зачем пугать-то так? Вы что, оборзели, что ли? Блин, а я бы мог бы сейчас... Эта вода могла бы сейчас вылиться мне изо рта на штаны. Тогда вы бы, наверное, вообще посмеялись бы. Ну или если бы я подавился, даже не знаю. Скорее всего, в этом выпуске будет только этот мод, других не будет. Есть еще парочка, которые надо снять. Их в другом, но их в следующем выпуске снимем. Я бы, наверное, бы ту маску для зубных протезов бы положил бы на динамит, но не успею уже. Хотя, может, успею. Давайте попробуем.
Эй, коврик даже положить успею. И спрятаться потом. Все успею, конечно. Ну, иди быстрее, бля. Доска почета. Странные рожи, блин. Самое странное оружие это у вот этого. Че у него нос-то такой здоровенный? Про вот эту промолчу лучше, а то... А то подумают, что я имею что-то против женщин. Наверное, вот что, мы не будем все проходить, мы дойдем. Мы дойдем до Мексики и на этом остановимся. Просто посмотрим, как выглядит Мексика, но проходить ее не будет. Долго будет очень. Так, маменькин сынок, надо еще посмотреть, какая музыка там будет играть в Индии. Ох, ничего себе, вот так Индия, блин. Мы на каком-то на летающем острове как будто находимся. А, вот эта музыка сойдет. Это музыка из Super Mario 64. Сойдет. Почему бы и нет? Мамаша соседа купается в доме. Купается в меде. Вот это фокус. Вот это прикол. Из снежного уровня музыка. Кстати, надо подложить фигню эту. А, господи. Краба же достать надо, господи, забыл. Блин, мы не посмотрели, как сосед прыгает в мед. Ну и ладно.
что бы, наверное, особого мы там бы не увидели, наверное. Ну, ссылку на мод я в описании оставлю, конечно. А это что, типа снег или что? Я что-то не могу. Забыл. Так, выйдем отсюда пока. А, я придумал, как мы назовем этот выпуск. Мы назовем этот выпуск «Сосед путешествует в пчелином раю». «Сосед в пчелином раю». Ну или... Ну или что-то такое надо придумать. Будет. В медовом раю, я не знаю. Сколько времени, кстати? 16:23. Господи, я опять забыл про это. Ледяное королевство. А, тут. Погодите, я что-то... Это первый уровень, который имеет другое название. Сет решил пойти в Ледяное королевство, Вуди решил завагать и испортить отдых. Но из-за этого мама Сета будет ходить опять еще раз. Давайте посмотрим, что это за Ледяное королевство. Ёшкин кот, обалдеть. Боже мой, это что, блин? Так, ладно, потом достанем. Успеем удрать? Успеем, конечно. Очень странная мышиная нора. Как автор мода написал, чтобы я мод полностью прошел, говорит, что концовку не изменил вроде бы. Вроде бы так он говорил, но так уровни, музыка изменили. Уровни и внешне, только по дизайну. Но приключения интересные. Ледяное королевство. Пчелиный рай, блин.
Ой, не то. Тадж-Махал на этом уровне никто не заходит. Ну, который не Тадж-Махал на самом деле. Будет интересно, как будет выглядеть проход у него. Ну, наверное, просто появятся двери. Нет, не идем. Да, глаза торчат, офигеть просто. Так, следующее тоже будет ледяное королевство или что? Да, только появились двери. Лёха, что-то это, наверное, зовут лайк. Секунду. Сейчас отвечу. А камень с красной надписью куда пропал? Блин! Поторопился я сейчас, не то сделал. Ладно, тогда начинаем пакостить прямо сейчас. В таком случае. Ой-ой, торопимся. Во-первых, говно ставим в автомат, берем этот аппарат и трусы. Не понял, почему не сработали спички.
Поторопился, что ли? Да, точно. Поторопился, значит. Так быстро надуваем их. Куда музыка пропала, кстати? Вот интересно, что в Мексике будет играть. Ну и последнее. Автомат говна. Фу, заколебался играть уже, честно говоря. Ну надо. Не дошли до золота, ну и пофигу. Проходим еще два уровня и хватит. Просто Мексику посмотрим и все. Зашибись. Бита плавает в меде. Но теперь вода. Но теперь вместо меда все-таки вода. В бассейне. Где музыка? Так, делаем слегка развратное действие. Потом надо будет подождать. Взять сачок этот. Песок в воздухе, типа. Обалденно. Это просто офигенный мир. Это просто рай. Как бы я туда хотел попасть. Но мед я, конечно, не ем. Вот если бы яблочный сок тут был. Или банановый даже. Банановый или яблочный сок, если бы тут был, я бы точно бы захотел бы тут Но это, скорее всего, мед, потому что на сок это вообще никак не похоже. А, я не использовал его уже. Еще, точно. Так, биту я взял же, да? Ну хотя понятно, в принципе, почему тут вода вместо меда теперь, потому что... Ой-ой, бежим. И не успели. Mm-hmm.
потому что сложно было сделать анимацию, как бы смывался туда мед. Музыка куда пропадает? Ой, не-не-не, вы чё, заново нельзя начинать уровень. Так, хорошо. Быстрее давайте уже, пожалуйста. Уже устал. Проходить это дело. О, а вот и Рустем появился, кстати, в телефоне. У меня там сообщение. А продавец-то так и не пишет до сих пор. Так, корабль поменялся сильно. Блин, потом ответ. Вам отвечу. Так, давайте быстро подложим баллоны здесь и свалим. Чистим, чистим, чистим. Ой, точнее, отпиливаем. Ну и ее.
Заканчиваем этот уровень, смотрим Мексику и все. А последний уровень я, если не забуду, просто покажу картинку, как выглядит из файлов игры. Я просто сил уже ни на что нету. Так, короче, осталось у нас... Чё? Ой, блин. Ой, не дают записать видео. Так, Мексику смотрим. Ох, нихрена ж себе. Очень необычная Мексика, я вам скажу. А это типа... А, музыка из первой части просто играет. Дверь, помещение. Необычно, необычно. Смотрим дальше. Так, ну то же самое вроде, как я вижу. Песок такой прям. Песок, как из мультиков. Ну, в общем, ясно. Так, такой вот мод. Мод очень интересный. Как выглядит последний уровень? Я просто вам покажу картинку прямо сейчас. Если я надеюсь, я постараюсь не забыть ее вставить. Ну, какую бы нам оценочку этому моду поставить? Мы поставим ему плюсик, как и автор просил. Именно такой плюсик, который нарисовал автор и оставил в файлах игры с модом. Почему бы и нет? Выполним его просьбу, почему бы и нет. Ладно, такой сегодня мод был. Ссылочка на него будет в описании. Ну а с вас лайкос, подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на мою группу ВКонтакте. И подписывайтесь на стримовский канал. И всем пока.